Всем привет, дорогие зрители! Нашел в Махмутларе дизайнерскую трехкомнатную конфетку. Быстренько сниму инфраструктуру и потом поднимусь в квартиру. Значит, айдат у этого проекта 150 лет. Начнем с этого. Присутствует два лифта. Я начал сразу с нижнего этажа, чтобы показать вам. Здесь крытый бассейн. Вот такой крытый бассейн. В 8 метров на 6. Глубина где-то 1,70 м есть. Здесь у нас маленький фитнес. Несколько оборудования. Там также есть оборудование. Посмотрим, есть же. Вот, да, вот. Вот такой фитнес. Чем свет. Идемте дальше. Здесь расстояние до моря 490 метров максимум. Здесь вроде хотят сделать детскую комнату, не доделали. Здесь пустые комнаты еще, тоже не решили, что сделать. Здесь у нас римская парная комната такая. Тут у нас сауна просторная, не маленькая. И здесь у нас турецкая баня. Хамам. Вот такой хамам. И открытый бассейн наверху проекта. Сейчас поднимусь. Здание находится прямо около дороги Ататюрка. Махмутвар. Вот таких два лифта. Свет включайся. Вызываем. Лифт прибыл. Вместимость 5-6 человек. Поднимаемся мы на нулевой этаж, так как были мы в цокольном этаже, на нижнем этаже. Придется вам, если вы купите здесь недвижимость, спускаться на этаж минус 1. Ну и здесь такая голубая керамика. Это вход в эту резиденцию. Рядом присутствует вся инфраструктура для жизни. Здесь улица Ататюрка, парковочные места для мотоциклов. Присутствует генератор. Здесь у нас первый — это детский бассейн. И просторный общий бассейн. Зонтики, шезлонги. Вот в этой стороне хотят сделать зону барбекю, беседку. Пока что вот собирают айдаты. Проекту уже 3 года. На собрании решат, когда они будут туда ставить беседку. Так, вот такое здание. Поднялись мы на верхний этаж проекта. Есть тут видеонаблюдение 724. На этаже у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 квартир. Вот наша квартира напротив лифта. Входим в нашу дизайнерскую квартиру. Здесь они оставили коробку от телевизора. Здесь 105 квадратных метров брутто. Включим свет. Так. Включился свет у нас. Вот такой здесь шкафчик встроенный. До потолка сделано. Вот такая кухня, совмещена с гостиной. Значит, бытовая техника, духовка, плитка и вытяжка фирмы Альпина. Столешница гранит. Посудомойка Vestel. Шкафчики с доводчиками. Холодильник также Vestel.
каком дизайне у нас от наших дизайнеров. Так, продолжим. Здесь у нас санузел. Не маленький стоит. Проточный водонагреватель фирмы Вейта. Просторная душевая кабинка. Мойка у нас из мрамора. Покажу. Вот. И стиральная машинка фирмы Вестон. Два плюс один. Жилая площадь где-то здесь 89 квадратных метров. Вот такой обои от дизайнеров. Ну, что-то такого. Такое очки, мочки там. Мистер Мачо пришел, короче. Платяной шкаф такой. Выход на балкон здесь. Вот. Вид на море присутствует. Также вид на горы. Здесь, дорогие зрители, буду строить новый проект. Кому интересно, обращайтесь. У меня есть там квартирки для вас. 1 плюс 1 там начиналось от 47 тысяч евро, если она осталась. Много продано. Так. Идемте дальше. Закрою дверь, чтобы не было шумно. Изоляция хорошая. Угу. Пройдемте теперь. Гостиная снова. Здесь вот такая гостиная комната. Выход на балкон присутствует. И здесь у нас хозяйская спальня. Вот в таком интерьере. Угу. Так. Есть также балкон маленький. И также вид на море с левой стороны, с правой стороны вид на горы. Сторона здесь западная. Тут санузел. Время съемки час дня. Вот такой санузел. Тоже просторный. Так, встанем в эту сторону. Хочу подвести итог о этой квартире. Квартира 2 плюс 1, трехкомнатная. Небольшая и не маленькая. 105 квадратных метров это брутто. Жилая площадь 89 квадратных метров. Со всеми балконами, санузлами. В Турции считают по таким меркам. Так, продается она в таком состоянии. Интерьер, наверное, вам понравился. Мне вроде подходит. Инфраструктуру вы уже увидели, Айдаде 150 лир, расстояние до моря 490 метров максимум, с поворотами сказал. Рядом присутствует вся инфраструктура для жизни, маркеты и т.п. и тому подобное. Цена этой квартиры 88 500 евро. Дорогие зрители, обращайтесь, скидочку добьюсь. Все, с вами был мистер Агаси из солнечной Алании. Всем пока-пока.